для нас нету там сильного и слабого соперника. Каждый соперник для нас важный, и выходим и играем на победу. Ни для кого не секрет, что у них все четыре тройки очень сильных, и очень огромная работа была сегодня на защитников, на вратаря. Поэтому, может быть, и это сыграло, почему немножко не хватило в конце где-то сыграть правильно, не удержали. Это две команды одинаково играют, и вратари хорошо играли оба. Игра до одной ошибки, можно сказать, вот. Поэтому игра была похожа на плей-офф, вот, и такие, как бы, и сложно было ожидать большой счет.